Ну что, ребят, наступил 22-й год, нахожусь на Кожанской набережной в Туле. Вот такая красота у нас сегодня, смотрите. Супер. Вот. Сейчас пойдем на елку, на центральную. Красота. Так, а это Тульский оружейный завод, ребят. Инструментальный цех. Прям рядышком. Слушайте, ну здорово, смотрите. Можно прям ходить. Упе. Это речка Упа. О, катается, смотрите. Такой шарик стоит на набережной. Ёлочный. Красота. Вот дошли мы до центральной площади Казанской набережной. Вот елочка. Вот там тигр стоит, смотрите. Да? Голубой. Так вот, смотрите. Вот, ребят, смотрите. Такой вот. Ну, да, много не интересно. Ну, Вика приедет летом, но с Викой катается. Креативная елочка. Прикольная. Красота. Ну вот елочка. Вот, кстати, смотрите, еще одна креативная елочка. Прикольно. Классно. Да. А, перед аэропортом прям? Креатив. Вон еще одна. Сейчас подойдем. Креативные елочки. Красотища. Вот такая прикольная елочка. С Новым годом, видите надпись на стене. Здорово. Так, школа номер 17. Эко-елка. Вот такая красота, ребят, у нас сегодня на набережной. А здесь у нас кони. Кони, зверь. Такой конь. Прикольно. Это написано с Нового года. Ну, давайте. Слушайте, креативных елок сегодня полно. По всей набережной. Вот еще одна елочка. Так, ну это у нас конь. Еще елочка такая креативная. Называется елочка-яселька. Красота. Так, а эта елочка у нас, ребят, смотрите как. Ничего себе. Вообще там непонятно, что это такое. Ну, оригинально. Оригинально. Елочка-сарафан. Центр образования номер 41. Детский сад, беседка, елка. Такая вот елочка. Вот, ребята, еще елочка. С Новым годом. Слушайте, прям каких-то цепей. Чусь. Здорово. Красота. Так, а это кто такой? Какая-то. А, подождите. Социальная елка.
А вот не знаю, кто сделал. Не знаю. Вот. Так, ну что, ребят, идем на центральную площадь. Сейчас находимся в Тульском Кремле. Ну, здесь ничего особенного. Вот, ничего особенного. Не, ребят, обманул. Смотрите, здесь елочка тоже стоит. Тоже поставили елку. Ну, красивая. Такая вот елочка. Так, ну что, мы идем дальше на площадь. На площадь Ленина, где самая главная елка города Тулы. Поглядим, что-то как там. Красота. Ну вот, ребят, смотрите. Выходим из Кремля. И прям такой видосик открывается. Елочка. Ну не маленькая, да. Красота. Большая елка, да? Реально. Реально большая елка. Вот, это наш Тульский Кремль. Новогодний. Новый год. Так, ну что, идем. Идем на нашу центральную площадь, наконец-то. Вот, ребят, пошли, дошли. Кстати, каток. Народу полно вообще. Полно хуёв. Такая елочка. Красота. Каток, ребята. Красота. Вот такая, смотрите, аллея из огоньков. Красота. Да, ребят, красивая у нас елочка. Супер. Так, а вон там стоит, видите? Вон там вот. Это стоит у нас Снегурочка. Сейчас посмотрим. Ну, Вадим Ленин тоже стоит. Вот такой паровозик, смотрите. Классно. Дын-дын-дын-дын-дын. Ну, погоди там, Буратино. Все дела. Вот такие, ребята, арт-объекты. Смотрите, самовар. Ничего себе. Золотой самовар новогодний. Вот такая площадь сегодня. Это наша Снегурочка. С таким шлейфом. Так, и вот наша любимая елочка. Сегодня 1 января 2022 года, ребята. Что, ребят, неплохо получилось. Смотрите, Снегурочка и новогодняя елка. Классно. Вот, Тула, город-герой. Красота. Ну ладно, пойдемте, подойдем к нашей Снегурке. Thank you.
вынуть воду, скажу. Вот такая костная. Снегурочка. Мощь. Побор. Шарики. И вот такой шлейф, ребят, смотрите. Мощный. Красота. Да, ребят, красивая получилась площадь, конечно. Вот, а мы сейчас уже выходим. Здесь вот вход как раз. Тула 2022. Красота. Пойдем. Вот, ребята. Вот такой, ребят, центральный вход. Красотища. Красота. Смотрите, сделали часы прям. Здорово. Вот прям часы, смотрите. Супер. Красиво, да? Вот так вот. Да, вот, ребят. Такой вот у нас центральный вход. Красотища. Так, там, смотрите, еще что-то сделали, видите? Как голубая волна. Слушай, такого не было в том году. Сейчас посмотрим. Что тут такое сделали? Вот, ребят, смотрите, сделали такую волну. Ледяная волна. 2022. Красиво. Красиво. Красота. А вот елочка наша. Здесь такие были у нас фонтанчики. Ну, смотрите, на место них сделали вот такую вот красивую конструкцию, светящуюся. Здорово. Прикольно. Получилось. Шарики всякие. Так. Интересно. Так вот, ребят, сегодня такая вот красивая у нас площадь новогодняя, 1 января. Не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребят. Вот такая красотища сегодня в Туле. Здорово. Здорово. Да, вот наш исторический памятник, ребят. Владимир Ильич Ленин. Почти размером с елку, но елку больше. Вот так вот. Здесь тульская власть. Вот такой вот Владимир Владимирович. С Новым годом, 2022. Красиво, ребят, красиво, конечно. Но Снегурочка, конечно, вообще прям удивила. Может быть, Снежная Королева, не знаю. Но красиво. Вот такой самовар. Классный. Елка. Так вот. Красота. В общем, движуха на площади Ленина. Прям новогодняя. Настроение, конечно, класс.
снежочек падает с Томска. В общем, ребята, приходите на елку с Томска. Вот, ребят, смотрите, тоже красота какая. Здесь у нас обычно фонтан. Но сегодня фонтан украсили. Светящимися ленточками. Красота. Шарики. Так, вот там наша елочка. Очень красиво. Красиво, конечно. Вот такая, ребят, сегодня у нас новогодняя Тула. Красота. Это наш Кремль. Вон, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это было сегодня 1 января 2022 года. Вот, ребят, выход на площадь, видите, там, кажется, фонтанчик горит, да, а здесь прям такой, реально прям это, страшно идти одному. Такой прям, реально такой, знаете, проходик. Вот так вот. Вот такие красивые ворота здесь, кстати. Вот так вот. Ну ладно, ребят, всем пока. Пошел я по этим улочкам тульским, старинчатым. Здесь, конечно, все в плачевном состоянии, конечно, все разрушено. Вот такие вот домики стоят, это не видно, конечно. Но здесь, конечно, разруха. Вот так вот, ребята.